футбольная погода сегодня в столице Республики Башкортостан. Были в истории случаи, когда в Уфе было гораздо жарче, но сейчас, я думаю, что ничего не помешает сегодняшним командам показать хороший футбол. Наконец, номер 11, Тимур Джики. Поехали! Стартовый свисток прозвучал. И Уфа начинает с центра поля. Мяч еще подбирает на левом фланге Егош Касентуров. Его передача на капитана. И навес Камилова. Дион Ортис. И пока самый опасный момент в этом матче. Уфимцы создают передачу на Ефремова. Выполнил. Ефремов пытается раскачать соперника. И передачу под удар делает. И мяч в воротах. Какой удар. А, восхитительный. Ну и вся атака в целом получилась очень хорошей. Преимущество по скорости у Уфы есть. А вот это что? И пенальти назначается. Тимур Джики подходит к мячу. Разбегается. И Иван Кукушкин спасает Уфу. Вот мы говорили о молодом голкипере. И, конечно же, сейчас уверенности этот эпизод придаст. Уфимцам атака. Касентура. Передача на Жмалединова, не положение вне игры, момент, и мяч в воротах, 1-1. И счет равный. Интересно будет посмотреть на цифры по итогам первой половины, мы их обязательно увидим. Ну а пока посмотрим, и мяч в воротах, Эрин Ботака, центральный защитник уфимской команды, пришел на этот угловой. Вищенко, мягкая подача, и снова же Валединов опережает Ортиса, вот момент, удар Карпа, и футболисты рухнули сейчас буквально на газон.